Всем привет! Сегодня у нас очень интересная посылочка, которая будет интересна родителям и их маленьким детям. Это детские смарт-часы. Так, смотрим. Комплектация очень интересная, полная комплектация с вот такими наклейками подарок. Детям будет интересно. Ну, это просто бумажечка. Поставьте нам 5 звезд. Вот такой вот чехольчик, чтобы можно было часы носить не на руке, а на шее в виде такого нагрудного украшения. То есть, если, допустим, ребенок совсем маленький или, может, неудобно на руке, вот такой силиконовый, очень классный, мягенький чехольчик можно носить на шее. Плюс дополнительно сменный ремешок со специальной, как видите, вот такой отверточкой. Ну, это не отверточка, а как шило для его замены, вероятно. Ремешки силиконовые на этой модели и должны быть гипоаллергенные. Так, здесь еще что-то. Очень хорошая комплектация, хорошая цена. Ссылку, как обычно, оставлю под видео в описании. Так, и здесь пленочка. Вот так аккуратно упакована. Салфетки. Пленочка защитная, чтобы наклеить на экран. Все предусмотрено. Все эти мелочи очень-очень радуют. Так, смотрим. Так, открыл верх ногами. Дальше смотрим на сами часы. Инструкция тоже радует на русском языке. Смогут родители легко разобраться. Дальше USB шнур для зарядки и сами часы. Самой зарядки нету, заряжаете любой зарядкой от вашего смартфона. Без смартфона эти часы не функциональны. То есть, понимаете, да, у ребенка часы, у вас смартфон. Вы сопрягаете их вместе, и они работают в паре. Ремешок, как видите, застегивается на очень маленькую ручку. И также в крайнем случае можно пробить дальше еще дырочку. Здесь нет в ремешке никаких функций. Так, включились. Значит, заряд есть. Показывают время. Вот так выглядит экран. Обезьянка здесь для красоты. Так, идем дальше. Заряд батареи, часы, день недели. Ну и показывает, что нет симки. Здесь датчик. Вот. Видите, показывают часики. Убираем палец. Часиков нет. Это очень классная штука, которая есть не во всех бюджетных смарт-часах. То есть это датчик снятия с руки. Ребенку одели на руку. И если вдруг ребенок часы снял, вам сразу приходит уведомление на телефон, что ребенок снял часы. Здесь дальше контакты. Вы там 10-15 контактов можете добавить. Чаты — это голосовые сообщения. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Вы говорите и забрали, и пошел на ваш телефон отправка сообщения от ребенка. То есть печатать здесь сообщение нельзя. Дружите — это если в классе есть еще у детей кого-то такие же часы, они могут сопрягаться и там какие-то минимальные между собой действия совершать, как бы дружить. Шагомер — это частичка здоровья от смарт-браслетов взята. То есть сколько прошел, сколько калорий сбросил, там как спал, ну, в общем, часть смарт-браслетов обычных взрослых. И приложение, сканер приложения, чтобы скачать на ваш смартфон. Здесь вот он есть, этот сканер. Здесь есть email. И дальше вы качаете приложение на свой смартфон, и полностью управление часами происходит от вашего смартфона. То есть как бы здесь нельзя ничего на них делать, а не только приложение к вашему смартфону. Качаете приложение, и там проявляется очень большой функционал. Так, часы эти я заказывал не себе. Здесь что у нас есть? Силиконовая заглушка для сим-карты. То есть минимальные там дождь, можно не опасаться, здесь все плотно сделано.
Купаться в этих часах нельзя, но там пылевода, как они говорят, грязи непроницаемые. Минимальная защита, конечно, есть. Очень плотные эти заглушечки. Так что никакой дождь туда не попадет. Вот. Здесь выход на зарядку. Micro USB. Проводочек, зарядку. И заряжаются часы. Здесь сейчас наклеена, вот как видите, пленочка защитная. Снимать я ее не буду, так как часы заказывала, как я говорю, уже не себе. Вот такие очень функциональные часы. То есть GPS-трекер. Вы в любой момент отслеживаете, где находится ваш ребенок. Вы можете задать радиус, в какой, например, ваш микрорайон. Там плюс-минус от школы до дома или от садика. И если ребенок выйдет за этот радиус, тоже будет вам приходить уведомление. Вы можете нажать обратный звонок с вашего телефона. Часы никак не прореагируют, они будут такие черные, абсолютно выключенные. А вы сможете слушать, с кем общается ваш ребенок. Вот через динамик. Ну, полностью можете как бы немного тайно за ним пошпионить, как с ним общается няня, как с ним общается учитель. То есть сидеть и слушать, что происходит вокруг вашего ребенка. Плюс вот эта кнопка SOS, которая начинает вызывать. Это кнопка же и выключения, и включения, и нажатие экрана. Так эта кнопка начинает, вы задаете три номера. Самые важные, мама, папа, например, бабушка. И часы начинают отзванивать с первого, если не берет, на второй номер, если второй не берет, на третий. И постоянно отзванивают, пытаясь связаться с кем-нибудь из взрослых, из самых главных телефонов. Сюда на эти часы никто позвонить не может, левый. Только те номера, которые забиты в список контактов. Вот, например, вы забили 10 номеров, которые вы хотите, и все, больше никто сюда детям не позвонит. Но это очень удобная штука для отслеживания, где находится ваш ребенок, для спокойствия родителей, для контроля за вашим ребенком. Так что я очень рекомендую, у кого есть такая возможность и необходимость, приобрести вот эти часы. Есть они в разных цветах. Посмотрите, для мальчиков, для девочек. Ремешочек очень хороший, мягенький, гипоаллергенный, силиконовый. Так что с этим проблем никаких не должно возникнуть. Кстати, когда вы будете скачивать приложение, вы вводите там свой аккаунт, и на этот аккаунт можно также привязать не одного человека, а, допустим, и маму, и папу, и бабушку, и все будут контролировать связь с часами с нескольких смартфонов. Это тоже очень удобно. В общем, здесь очень хороший функционал, богатый, и невысокая цена, немного больше $20. Итак, в приложении, как только я начал искать поиск приложения, нажал две буквы C, как видите, сразу появляется C-Tracker, C-Tracker 2, C-Tracker. Вот, есть первая, вторая версия, вы можете поискать и скачать любую. Вот она есть, загружаем. Одинаково есть это приложение и на iOS, на айфонах, и на Android. На любых смартфонах существует это приложение. Как видите, сразу показывает, есть такое, есть C-Tracker 2. Можно загрузить и то на телефон, опробовать их оба. Они друг другу не мешают, и вы можете попробовать поработать с одним и с другим. Как вам удобнее понравится, какое на том, на каком будет лучше, может быть, работать и удобней. Такое себе оставите. Как видите, здесь нужно пройти регистрацию. И вот без этого, без регистрации ничего не получится. Регистрируйте, вводите пароль, и тогда входите в приложение. Так, все, прошел я регистрацию, ввел логин и пароль, и вот что здесь пишет. Видите, есть QR-код. Чтобы не вводить ID часов, вы можете отсканировать этот QR-код. Несколько устройств может быть подключено на один аккаунт.
Вот. Я этого делать не буду, так как не хочу чужие часы забивать, ну, потом, чтобы не было проблем с сопряжением у настоящих владельцев. Очень легко разобраться в этом приложении. Все увидите, будет карта, будет отображение часов, движение, отслеживание. Все очень просто. В общем, пробуйте, часы работают отлично. Приложение уже много-много раз опробировано. Часы эти не новинка какая-нибудь, уже проверено многими пользователями. Отлично себя зарекомендовали. Поэтому вот люди их и заказывают. Это популярные бюджетные часы, которые хорошо, стабильно и четко работают. Многим они нравятся и по дизайну, и по материалам, и по богатому функционалу, которого нет в других, даже более дорогих часах. Все, на этом буду заканчивать. Вы были на канале Заголи по заголям. Всем пока.